Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас на канале интересная новинка. Монтажная пила Makita. Ну вы скажете, ну и что такого? Подумаешь, монтажная пила. Ну, нюанс есть. Она идет без провода. У нее нет провода, потому что она аккумуляторная. Сзади вот здесь вот. Классически любимые вами аккумуляторы макитовские, которые максимально развивают мощность. 5, по-моему, или у них уже шестерка есть. 5-амперники. Это аккумуляторная пила бесщеточная. Здесь реализован технология бесщеточного двигателя. И она в своем роде уникальная, по сути, практически не имеющая, ну, может быть, один бренд. Не помню какой, но кто-то выпустил монтажку. По-моему, DeWalt, то есть монтажная пила. Но DeWalt за нее попросил порядка 30 рублей в наши русские деревянные. Да? А Makita просит скромные 16-17 тысяч рублей. Что, на мой взгляд, весьма адекватная цифра. Тем более, если у вас уже есть аккумуляторы, предполагается, что у вас уже они есть, потому что она идет в комплектации Z, то есть она нулевая, без аккумуляторов и зарядного устройства, то вы теоретически можете использовать, прикупив этот инструмент на стройплощадке. И больше всего нас волнует, блин, а сколько она вообще времени сможет проработать. Мы сейчас, допустим, какую-нибудь возьмем железягу и попробуем на ней сделать там несколько резов, но пока нам не станет тяжко это делать, мы будем резать, соответственно, и сделаем результат, примерно просчитаем, сколько времени она примерно может проработать. Конечно, это все не объективно, зависит от материала, зависит от множества факторов, но, в принципе, попробуем, мы все равно посмотрим, для себя сделаем вывод. Может, она будет работать 5 минут, тогда смысла никакого в этом инструменте нет. Потому что притаскиваешь на стройплощадку, поставил аккумулятор, ты должен хотя бы ну, минут 40-час отработать, чтобы у тебя не было геморроя с забегами, поиском зарядки. Значит, как эта штука работает? Есть фиксатор от случайного включения, вернее, предохранитель. Нажимаем. Мне нравится, что она имеет очень мягкий запуск, она плавненько так шепчет тебе на ушко: спасибо, что меня купил, я Makita, там, в общем, чуть ли не... А, в конце она так вот кланяется и башку разрезает. Ладно, пошла фантазия. Суть еще этого интересного двигателя заключается в том, что у него есть еще электрический тормоз. Шах, и все, и он уже остановился. Вы не стоите, не ждете, пока он там остановится. Он у вас быстро запускается с плавным пуском, быстро останавливается. Удобно? Удобно. Обслуживать ее не нужно? Не нужно. Щеток здесь нету. Просто втыкай аккумуляторы и работай. Вообще было бы, конечно, прикольно, если были бы какие-то там адаптеры, которые позволяли бы ее включать там через электрический, через переходник 220 вольт. Допустим, тебе 220 вольт надо, поработал стационарно. Раз пошел на объект, воткнул аккумулятор, пошел на объект. Тоже было бы хорошо, но пока производители говорят, что это неинтересная технология для них. А, смотри, как реализовано здесь искросборник, так сказать, да? Он здесь вот так вот раз, прикрыто все и направляет ваши искры, не ваши, а искры от заготовки направляет вниз. Это позволяет вам сзади что-то, если у вас находится, стоит, не испортить, не дай бог, ваши материалы. Достаточно мощная пружина. Аппарат опускается легко. Здесь понравилась очень удобная система менять угол наклона. Здесь проще простого. Здесь есть фиксированное положение для того, чтобы можно было сдвинуть зажимные тиски. Быстро перекидывается вот этот вот упор. И можно менять градусы. Раз, фиксация производится тоже очень быстро. Это реализовано здесь классно. Раз, все делается очень быстро. Фиксация для смены диска производится следующим образом. Выкручивается этот болт. Появляется доступ у вас к диску. С этой стороны находится фиксатор. Вот этот фиксатор мы переводим его в это положение. Опа, все, произошла фиксация вала. И вот такая вот быстрая гайка
раз, и вы сняли. Не надо никаких ключей использовать. Все очень быстро. И с такой вот цик-цик-цик защелкой фиксации. Понимаете, что у вас произошла фиксация. Далее здесь закручиваете. Ну, вообще, на мой взгляд, это самая быстрая смена диска. Я, честно говоря, быстрее не встречал. Ну что, попробуем ее протестировать, попробуем порезать немножечко и посмотрим, что получится у нас. А, знаете, что мне здесь реально не понравилось? Это дурацкая фиксация в режим хранения или переноски. То есть ты должен это делать вот так. То есть вот она тебе зафиксирована. Как ее обратно оттянуть? Нажать и вот так вот провести. Если бы это был какой-то рычажок более удобный, это было бы намного практичнее. Но это сделано вот так. Ладно, хрен с ним, пусть будет так. Итак, сколько резов можно сделать на этой пиле? У нас есть заряженные аккумуляторы емкостью 4 ампер-часа. Они полностью заряжены. Похер. Пляшем. Я вам скажу, она достаточно тихо работает, намного тише, чем обычные пилы сетевые. Может быть, из-за того, что я в наушниках. Сработала защита от перегрузки. Опа, уже одно деление село. Одно деление осталось, уже немного. Опаньки! Все, наконец-таки. Она отмучилась. Посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. Двадцать два пропила. Размер пропила у нас 6 на 3, толщина заготовки порядка 3 миллиметров, 4-амперный аккумулятор, ну она так достаточно хорошо нагрелась, на самом деле мы тоже сами по себе нагрелись, но на мой взгляд пила справилась достаточно неплохо. Можно ли ее брать на стройплощадку? Да, если у вас объем работы больше 22 резов, конечно, надо тогда уже что-то думать с дополнительным комплектом аккумуляторов. Если у вас все в пределах 22 резов, ну, конечно же, зависит еще от толщины. Если там будет 20-ка арматура,
вернее, не двадцатка, там что-то больше, 25-30, да, там, конечно, будет потяжелее. Но по факту, вот для реза вот такого вот металла профиля вполне достаточно. Да, показывает разряд аккумулятора. Ну вот, закончились испытания новинки, на мой взгляд, себя неплохо показал. Если вам интересно, сколько стоит сейчас такая пила, вы можете пройти по ссылке вниз и увидеть стоимость ее на данный момент. Вот именно эту пилу мы продадим со скидкой 20%, потому что мы ее уже потестировали, она немножко поцарапалась. Если в описании пилы написано, что царапины, значит, она будет как тестово продаваться, образец со скидкой. Спасибо большое, что посмотрели. С вами была компания Папа Карло. Пока.